Короче, можно, если у вас все-таки остаются шумы, и добить их, так скажем, можно через Audacity, то есть вы берете всю дорожку звуковую. Не буду рассказывать, как ее там отделить и так далее. Если вы не знаете, тогда я сделаю еще ролик, напишите в комментариях. В общем-то, берете сюда, в Audacity, заходите, открываете эту дорожку, закидываете ту часть, ну, там, вначале помолчите чуть-чуть, чтобы шумы чисто были, только шумы. Дальше вы выделяете эти шумы, жмете эффекты, здесь будет плавное, ой, нет, подавление шума. Там будет, типа, сделать модель шума, что-то типа того, жмете, он делает модель шума. Дальше выделяете всю дорожку, и потом... Опять же, эти эффекты, подавление шума, и потом окей. И все, и на этом, как бы, в принципе, и все.